В Одесской области работают 22 стационарных центра обслуживания плательщиков налогов, а также мобильный передвижной центр. С начала года в этих центрах плательщикам налогов предоставили 144 тысячи административных услуг, сообщают в фискальной службе. Головним завданням центру обслуговування платників є забезпечення комфортних умов платникам при отриманні адміністративних послуг та наданні якісної податкової допомоги юридичним особам, фізичним особам-підприємцям і громадянам. Людмила Ивановна уже много лет работает бухгалтером и сталкивалась с множеством подходов к обслуживанию граждан фискальными службами. Женщина рассказывает, что теперь все проблемы и сложности остались в прошлом. Обращалась неоднократно по поводу получения тех же вытягов, регистрации плательщиков. Ну, я как бухгалтер еще заполняю, но я являюсь свидетелем неоднократно. Люди подходят очень далекие от этого всего и не могут, не в состоянии ни заполнить ничего. Девочки очень терпеливо, инспектора очень терпеливо, очень, так скажем, корректно помогают, вплоть до того, что каждую буквочку, каждое заявление заполнять при них. Люди уходят благодарны. Вот лично я являюсь свидетелем неоднократно. Больше всего запросов касаются выдачи регистрационного номера плательщика налогов из Государственного реестра физических лиц. По этому вопросу обратились 48 тысяч граждан, а это почти каждый третий обратившийся. Также пользуются популярностью выдача выписки из реестра плательщиков единого налога и регистрация книг учета доходов и расходов для предпринимателей-единщиков. Много вопросов возникает, много в интернете читаем, не все понятно. Поэтому, когда подошла налоговая, просто, знаете, вышла со светлой головой отсюда. Девочки меня проконсультировали, сразу же выписали квитанции, пошла, оплатила, никаких вопросов. То же самое могу сказать и по поводу сдачи отчетов. Нет этих очередей. Если где-то что-то возникла, какая-то ошибка, сидят в окошке приемщики отчетов, инспектора, тут же подсказали, тут же помогли. Мы все это сделали, исправили, и нет вопросов. Для зручности платників центр обслуговування працює з 9 до 18 години, в суботу з 9 до 13 години. До центру обслуговування як фізичні, так і юридичні особи можуть подати запити, листи стосовно отримання адміністративних послуг безпосередньо в центрі обслуговування, а також послуги адміністративні, які надаються ГУ ДФС в Одеській області. Этим летом в Одесской области появилось нововведение – мобильный центр обслуживания плательщиков. В автомобиле работают сразу два окна. Такая система очень упрощает процесс обслуживания предпринимателей на рынках и в самых удаленных точках региона. Це дуже зручно платникам податків, тому що це знаходиться поруч з їх робочим місцем. І тому ми пропонуємо звертатися до мобільних центрів і користатися цими послугами. Під час роботи центру платники податків, юридичні, також фізичні особи можуть отримати податкову консультацію, надати заяви на отримання адміністративної послуги фіскальної служби, подати звітність, ознайомитися з сервісом ДФС, а також останніми новинами податкового законодавства. Адреса и телефоны всех центров, а также график выездов мобильного центра размещены на сайте фискальной службы в Одесской области.